Вже завтра для школярів у школах відбувається посадка, а за декілька днів пролунає перший дзвоник, який відкриє навчальний рік. Як же підготуватися до нього морально? Про це ми поговоримо із нашою гостею. До нас завітала психолог Ксенія Вінат. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Дякуємо за те, що знайшли час до нас завітати. І давайте поговоримо, коли треба починати готуватися до школи. І з кого першого починати цю підготовку? Ну, таке существує поняття, як синдром 1 сентября. Да? Вокруг свою суета, суматоха. І в першу чергу суетяться хто? Суетяться родителі. Да, в каком-то бешеном ритме начинается покупать пеналы, тетради, ручки, одежду. Как бы у нас одни волнения, тревоги, вот у детей вот совсем другие. И наша тревожность, по большей части, она и передается детям. Если это первоклашки, конечно, вообще в основном дети живут чем? Они живут разумом, они живут эмоциями, переживаниями. Що турбує дітлахів? Якщо дорослі піклуються про те, як повинна виглядати дитина, зібрати її портфелик, що думає дитина в цей час? Давайте маленька, першачки або більш дорослі. Почнемо з батьків. В першу чергу треба успокоїтися мамам. Да, ведь у нас, извините, конечно, есть такие сумасшедшие мамашки, которые переживают за все и за вся. Вот. В первую очередь надо разобраться с собой, да, что вызывает волнение, что вызывает тревогу. Ведь ребенок, он сканер, он просканировал наше состояние, да, и если мама переживает, если мама тревожится, значит там что, там опасность. Значит, переживать буду и я. Дети відчувають цю нервозність. Абсолютно, да. У детей же всегда есть мама и связь на протяжении всей жизни. Вот. Что вызывает у мамы волнение, что вызывает тревогу? Возможно, мама думает, что ребенок ее не подготовлен. Не подготовлен к чему? Не подготовлен вот этой вот асоциализации, да, вход в общество. Ходил ли ребенок в детский сад? Начинать в игровой форме, приучать, тут осталось буквально неделя, да, но за это время тоже можно как-то, во-первых, успокоиться самой, разобраться с собой, что меня тревожит. Как ребенок мой будет ходить в школу, значит, в вечернее время берем ребенка за ручку и проделываем маршрут от дома до школы. Ребенок должен знать. Ну, так, які думки турбують маму? Як будемо ходити до школи і забирати дитину? Як складеться робочий день? Чи потягне навчальну програму дитина, як то кажуть? І як складуться стосунки із сверстниками і першим вчителем? Взаємовідносини, да. Ну, тут, як би, теж все залежить, розумієте? Ми багато відкладаємо на наших вчителів. Ну, наші вчителі з того ж самого суспільства, з яким ми живемо ми, да? І у них ті ж самі хвилювання, ті ж самі переживання. Вони смотрять ті ж самі новини, да? Вони ходять ті ж самі магазини, як би зараз нет такого, да? Зараз, ну, це раніше було, да, в совєтські времена, постсовєтське пространство, коли наші вчителі жили цим. Зараз, ну, по більшій часті цього не відбувається, к сожалению, к большому. І заинтересовать ребенка школой, да, в первую, ну, изначально, да, это зависит очень во многом от нашей первой учительницы, да. Восприятие идет через нее. Мама отдает ребенка, и ребенок воспринимает в начальных классах учительницу как маму, да, сравнивает с мамой. Поэтому если есть восприятие учительницы, то это хорошо. Если нет, то это, конечно, с этим надо работать. Вот. Постоянно надо разговаривать с ребенком, спрашивать, что нравится, что не нравится, как прошел день. И если ребенок к вам приходит с какой-то, да, просьбой, либо с какой-то жалобой, да, на то, что, ну, вот не получается у него там, да, что-то со сверстниками, видите, вот такое вот, да, не обращай на них внимания. Не обращай на них внимания воспринимается ребенком как «уйди и не мешай». Да? То есть не обращать внимания, понятия ребенка такого нет. Как это? Это же, я же в этом живу, сумасшедший, ненормальный взрослый. Как это я могу не обращать внимания? Как бы завтра мне туда идти, и завтра то же самое. Разобраться с ребенком. Почему тебя не воспринимают? Какая причина? Чем ты отличаешься? Ведь нас гнобят дети, да, они очень жестокие дети по отношению друг к другу. В том смысле, что, как и взрослые, в принципе, в дальнейшем это воспитывается еще в детстве. Чем ты отличаешься от них? Почему они к тебе так относятся? Ведь отличайся, значит, ты другой. Поэтому тебя не воспринимают. Что не так? Одежда не так. Разговариваешь ты как-то не так. Что в твоем поведении?
Это надо обсуждать, это надо проговаривать, к этому надо привлекать, как бы не обвинять всех и вся, а взаимодействовать, да, привлекать к этому папу. Ведь что касается мальчиков, то тут с трехлетнего возраста уже папа должен участвовать в воспитании сына больше, чем мама. Тобто до школи готуватися треба ще, мабуть, з пелюшок. Ну, ми всі, понимаете, вся життя – це школа. Да, мы рождаемся, и мы поступаем сразу в первый класс, и до скольки лет мы там доживем? 87, значит, нам будет учиться в 87 классе. Мы постоянно учимся, постоянно что-то новое, постоянно где-то мы себя совершенствуем, постоянно где-то мы меняемся, постоянно мы получаем какие-то знания в той или иной области. И, конечно, это прививается с детства. Неинтересно в школу ходить, да? Вот сейчас, вот вчера я столкнулась с мамой, которая говорит, вот, ну, что сделать с ребенком? Вот не хочет идти в школу, неинтересно, 9 класс, вот что мне с ним делать, да? Ну, неинтересно. Отже, давайте поступово. Ті батьки, яких ще у візочках їздять дітки, вони повинні, проїжджаючи по школу, сказати, о, там ти будеш вчитися, так, через декілька років. Тобто, ну, готуємо завчасно. Все постепенно, вначале детский сад, да, в детский сад, а потом ми объясняємо, що таке школа, да, ведь діти воспринимають школу як нечто, переход от «я не хочу спать», а если я буду ходить в школу, значит, я не буду спать, да? Ну, это совсем не так. Детский день, он, первоклашек, он особенно должен быть разграничен. У ребенка должно быть время, когда он учится, у ребенка должно быть время, когда он отдыхает, у ребенка должно быть свое собственное время, да, когда мы его вообще не трогаем, он занимается тем, что он хочет. У ребенка должно быть время, когда у него есть какое-то поручение, либо от мамы, либо от папы, либо от дедушки, когда он занят. Да, когда на него возлаживается какая-то нагрузка. И у ребенка должно быть время, когда он ложится спать. Ведь световой день, он не резиновый, да, и вот этот, надо его сформировать, да, чтобы ребенок высыпался. Ведь от того, как он станет утром, зависит, как пройдет его день. Отже, підбиваємо підсумки. Один из пунктов плана – это режим дня. Режим дня обязательно. Можно еще для первоклашек такое, как, ну, рекомендация, да, завести календарь настроения, вот. Карандашики, фломастеры, как угодно, да, купите, расчертите этот календарь по дням, по числам, и встал утром, да, в манере игры, папа сможет с мамой завести себе календарь, и ребенок, и встал, начинает солнышко, солнечное настроение, оранжевое, красное, голубое, небо там, или тучки там серые, черные, что мама может отследить посредством вот этих вот игровой манеры, может отследить состояние своего ребенка, по какой причине ты нарисовал так, да, объяснить, вместе рисовать с ребенком, и папа пускай рисует, и бабушка может рисовать, как бы объяснять, что поведение бывает и состояния бывают разные, да, и как с этим, и у папы бывает настроение плохое, и у мамы бывает, и у бабушки, это не только у ребенка такое, да, показывает, что все мы имеем склонность к переживаниям, к тревогам, либо к радости, либо, ну, как бы ребенок должен знать, что не только он переживает какие-то вот такие вот глубокие внутренние переживания, либо вот такую вот эйфорическую радость. А от скажіть, будь ласка, тиждень до школи залишається. Слід із дитиною якомога більше говорити про школу, нагнітати обстановку, розказувати, які будуть предмети, як, ну, я не знаю, все присвятити ці дні школі, чи навпаки, забути про неї і дати дитині відпочити? Дати, в першу чергу, віддихнути самій собі від цього. Вот. А ребенок пойдет в школу и постепенно он все узнает. То, что переживали мы будем рассказывать не о том, что происходит на самом деле сейчас в школе, а о своих внутренних переживаниях, которые были когда-то, и они не есть сейчас реальны. Вот. Мы основываемся только на своем прошлом опыте. Поэтому ребенок пойдет сам, и ребенок будет познавать, и вы будете познавать вместе с ним, опять первый раз, первый класс, пошагово, как бы и взаимодействовать, постоянно разговаривать, постоянно узнавать, интересоваться, не делегировать бабушке, дедушке, понимаете? Бабушки, дедушки – это замечательно, но они склонны портить наших детей своей любовью. Вот. Для них внуки самые лучшие, самые прекрасные, все остальные, ну, так себе. Зараз ви вийдете, і під нашими, там, біля сходів на вас будуть чекати ціла зграя розлючених дідусів і бабусь.
обязательно. Я думаю, що наші бабусі і дідусі все ж таки намагаються зробити якомога краще нашим діткам. Да, ми всі намагаємося зробити як краще, намагаємося, стараємося, треба робити. Але зараз ми повертаємося до теми школярів. Так? З малюкам, зрозуміло, треба трошечки десь щось сказати, трошечки поговорити, з'ясувати, про що їх турбує, і налаштувати на позитив. А от із середніми школярами, тим, хто вже не в перший раз і не в перший клас, із старшими, і студентами, слід говорити, чи так, як справа, все нормально. Іди, ну, це, знаєте, це дежурна фраза зараз. Так, ось такі чергові фрази. Як діла, все нормально. Це у всіх, і у взрослих, і у малышей це переходить. Період адаптації є у всіх, да? І ви виходите з відпуску, і вам треба налаштуватися, да, на робочий ритм, так і у дітей, да? Не треба одразу вганяти їх в цей робочий ритм, да? Вскочили і поскакали. Какие-то нагрузки, будь-то кружки, секції, где-то перенести на недельку позже, да, чтобы ребенок вошел в этот ритм. Потому что ребенком вот этого временного пространства у него нет. Каникулы мало, учиться много. И все, понимаете, как бы временной отрезок, я вот по своему сыну даже помню, начинает восприниматься где-то после 16 лет. Вот, поэтому как бы ребенок входит в этот, переходит этот адаптационный период вместе с родителями. Также и дети, знаете, мы возвращаемся, вот как взрослые, да, по себе сами подумайте. Если нам комфортно в нашем коллективе, в котором мы работаем, если все доставляет радость и удовольствие, мы же с удовольствием идем туда. Также и ребенок, если что-то доставляет дискомфорт, если есть непонимание с учителями, если нет взаимодействия со школьниками, ну не хочется туда идти, да, вот. Обретается своя зона комфортная, некомфортная, и туда хочется убежать и не возвращаться оттуда. Да? Как правило, это Батька. Сейчас компьютерные игры, так. И с компьютером расставаться не хочется. Но опять же, ребенок должен взаимодействовать со сверстниками. И возвращаемся с самого начала, да, этому учиться с раннего детства. Невозможно, знаете, а социализация, она проходит с периода с 5 до 7 лет. От, і от якщо цей момент упущен, далі ребенку буде гораздо сложніше. За цей тиждень до школи, ну, менш ніж тиждень до школи, вже можна скласти лапки і нічого не чинити, не діяти. В першу чергу успокоїтися, не нагнітати цю обстановку. По-любому, кожен рік 1 сентября, по-любому, кожен рік 1 сентября ми йдемо в школу, і по-любому, кожен рік ці переживання ми возобновляємо себе вновь. Не нагнітати, дійсно, обстановку. Ну, пойдеш в школу, да, і все будемо рішати по мірі поступлення проблем. Не нагнітати проблеми для самого себе. Отже, да, це найголовніше, мабуть, правило. Давайте підіб'ємо підсумки нашої розмови. Перше, заспокоїтися мамам. Мамам, папам, батькам. Бабушкам. Ну, в основному переживають бабушки з мамами. Да? Это... И це тем перший самым... найголовніший, да, пункт плану. Вначале, ну, по большей части ми переживаємо за що? За внешній вид, да? как наш ребенок буде виглядати на 1 сентября. Вот. А большую часть треба уділити тому, що він буде чувствовать. Да, с детками, с маленькими, с первоклашками повзаимодействуйте сейчас, походите в школу. Если вас тревожат такие же мелочи, когда из детского сада переход в школу, тот же самый туалет, да, ведь нас волнует о том, как ребенок будет ходить. Провести экскурсию по школу, сходить в то же самое, показать, чтобы для ребенка это не было пугающим. Кому можно обратиться за помощью? К учителю, консьержу, еще кому-то, кто там, техничка сидит на школе в двери. Опять же, да, узнать о безопасности школы. Вот. З'ясувати завчасно всі питання, які, да, можуть, да, турбувати. Которые волнуют, заранее это все для самой себя определить, что меня волнует, это узнать, как-то уравновесить это в собственной голове, как бы, и не передавать эту информацию ребенку. И другий пункт – це з'ясувати, що турбує дитину, і
постаратися вирішити ці проблеми. Що волнує ребенку? Ну, ребенок, по суті, вам озвучить те ж саме, що волнує вас, тому що він же слышит, о чому ви говорите, да? Он же как радар все везде впитывает. Те же самые переживания, как я буду. Знаете, вот у меня была одна мама, которая говорила, что ну как это так, я вот, она заведующая детского сада, она пошла в первую школу, на первое собрание, первый класс, и по поводу ее ребенка там подняли вопросы, и она говорит, ну вот зачем же ты ходишь в школу? Ну что же, он говорит, ну я хожу туда кушать булочки. Ваші побажання наприкінці нашої розмови всім батькам, дідусям, бабусям, дітлахам. В першу чергу успокоїтися, да, і сприймати це дійсно як праздник. Перший раз, перший клас. І дітей своїх так настраювати, що це праздник, це состояние. Устройте в этот день ребенку праздник. Не треба його пугати, розказувати якісь пугалки із своєго прошлого опыта, і своєї прошлої жизни. У ребенка це все буде по-другому, і восприятие його буде зовсім другое, нежели було ваше. Я вам желаю тільки спокойствия в наше смутное время. Я желаю вам мира в душе, в первую очередь, и в разуме, и не нагнетать для самого себя своими собственными мыслями вот эту вот свою ауру. Да. Разрисовывайте, как я говорю, берите карандаши и каждый день для себя заведите какой-то дневничок и рисуйте для себя тучки, солнышки, цветочки и разбирайтесь с самим собой, почему, что доставляет вам переживания, почему такое настроение. Дякую вам, Ксения.